Так. Вот 11 листов HDF, арголит, 3 миллиметра толщиной каждый лист. Сейчас будем ставить эксперимент. Пропилим их сразу за один раз. Вот, ну, заготовка узкая. Тут посмотрим, что получится. Здесь станок у нас на 1,30 м шириной. ХДС 32 миллиметра, 11 листов. 33. Денис, потом опустим вальцы, и мы по одной пропустим. У нас остались там еще заготовки с поддержкой двух сторон. Да? Еще один эксперимент проведем. А так вот, пожалуйста, все пропилилось. Сколов нету и размеры выдержаны. Три листа подаем для выравнивания нагрузки на вальцы. Ну вот, другое дело. Идеально, да? То есть когда вальцы одинаково нагружены, вот, и здесь тоже получилось идеально. Я бы сказал, просто идеально. Вот, и с другого края, смотри, то же самое. То есть геометрия идеальная. Значит, еще раз делаем замер, чтобы было точно все гарантировано. Вот, берем с краю с одного, заносим сюда, сейчас резкость наберется. Вот, 25 и 3. Так, в другом месте. Так, смотрим, 25 и 3. Двигаем дальше. Двадцать пять и три. Есть. Давай дальше. Двадцать пять и три. Есть. Ну и край. Так, 25 и 3. Покажи, что конец. Есть. А? Конец, да. То есть вот начали с одного конца, закончили другим. По всей длине промерили. 25 и 3. То есть как разлучка выставлена, так она и пропилила. Идеальный рез, идеальная геометрия. Вот. И по толщине все идеально. Вот. Еще раз демонстрирую. Переворачиваю. Переворачиваю ее. Вот. Все. Идеально ровно. Возьмем с собой образцы, если
Если хотите, можем вам отправить.